Всем привет! Вяжем сегодня узор резинка 1:1 с рубчиком. Эта резинка вязка двухсторонняя. Используется она для вязания шапочек, свитеров, жакетов, пальто, ну и также как отделка. Количество петель четное. Я набрала 30 петель. Итак, первый ряд провязываем. Первая кромочная снимается. И вяжем, как обычная резинка, 1:1. Одна лицевая, одна изнаночная. Лицевая, изнаночная. Вяжем до конца ряда. Как при вязании обычной резинки 1:1. Провязали первый ряд. Второй ряд вяжется точно так же, как обычная резиночка. 1:1. То есть лицевые вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными. Итак, лицевая петелечка, изнаночная. И так до конца ряда вяжем, как вязка резинки 1:1. Лицевая, изнаночная петелька. Третий ряд. Вот видно, это обычная резиночка 1:1. Третий ряд мы вяжем и четвертый лицевыми петлями. Первая снимается, и все петелечки вяжем лицевыми. Четвертый ряд мы тоже вяжем лицевыми. Дальше. Пятый ряд с пятого ряда. Узор повторяется. То есть мы снова вяжем так же, как начинали вязать с первого ряда. Кромочную снимаем петелечку и вяжем. Одна лицевая, одна изнаночная. Шестой ряд мы вяжем так же, как и второй вязали, то есть повторяем, где лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. И следующие два ряда мы провязываем лицевыми. То есть узор повторяется с первого по четвертый ряд. Дальше два ряда идем лицевыми петелечками. За счет лицевых петелечек двух рядов у нас получается как бы рубчик. Провязали два ряда лицевыми, и вот видно рубчики. Так получается эта вязка. Вот такой узор получается при вязке. Он двухсторонний, то есть и с одной стороны он также смотрится, и с другой стороны. То есть вязочка двухсторонняя. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой видеоканал, если вам нравятся мои видео.
Пока-пока.